В Магнитогорске продолжается демонтаж стены дома между рухнувшими в результате взрыва 7-м и 8-м подъездами. Работы завершены на треть, сообщил нашему телеканалу генеральный директор подрядной организации. Длина секции 55 метров, это 6-я часть дома, общая длина которого 334 метра, отметил собеседник РБК. Нам поручен и демонтаж, и восстановление. Это комплекс работ. Поэтому все работы уходят в апрель, а при изменении тех заданий от заказчика, от администрации города Магнитогорска, возможно, что это будет и август. На данный момент власти планируют разбить на месте трагедии сквер и установить мемориал. На одной стене будет изображен спасатель, на второй перечислены имена погибших. Несмотря на то, что экспертиза подтвердила жизнеспособность остальных секций дома, новое жилье получат все жители многоэтажки. Поручение, напомню, отдал президент России Владимир Путин.